Два человека погибли и 30 получили травмы различной степени тяжести на дорогах региона. В ГИБДД подвели итоги уходящей недели. Всего на территории Кировской области произошло 27 аварий. Чаще всего они были связаны со съездом с проезжей части. В выходные дни на территории Кировской области пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Напоминаем, что за данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.